Здорово, ребята, с вами Блэк. И сегодня мы с вами ездить по бездорожью, также по трофейной трассе, на данных двух внедорожниках. Так, давайте начнем. Также узнаем, которая из этих машин более проходимая. Я уверен, что та машина, которая более приготовлена, 90% более проходимая. Ну, все это легко у нас. По дороге идет, но она взяться пока пойдем. Здесь пока такая лайтовая дорога идет. Опа-на, ямка. Первая такая небольшая сложность. Ну, для данных машин это никакая не сложность. За счет их мочей. Что там разбилось-то? А, ладно, больше. Болезнь данной машины. Данная машина, конечно, вывозит чисто за счет ее мощности. Он что, только разбег взял? Блять. Заглохли. Ну, за счет мощности чисто берет свою данную дорогу. Но здесь, я думаю, она вообще не заедет. Блин, как-то или заедет. Нет, не хочу. Блять. А похер это вообще поехал. Так, давайте подождем ту машину. Сейчас на ней подъедем. Или давайте так, чтобы время не терять. Мы знаем, что она здесь явно поедет. Так, я не понял, там где. Я куда-то переместился случайно. Сейчас. Давайте вот отсюда начнем. Здесь более-менее какая-то сложность добыла. Чтобы пустую не ехать. Да, для данной машины это было еще проще. Давайте попробуем на ней заехать. Блин, такой крутой подъем. Да ёб твою дизь, для чего у вас такая болезнь-то? Вроде руль вывернул влево. Ты туда явно должен заехать. Минимальный газ. Ну да, как раз плюнуть. Давайте съедем. О, блин, не надо было отсюда съезжать. Ну да ладно, попробуем съехать потихоньку. За эту машину пересел, ровно не заехать. Мы его уже хорошенько помяли с переворотом данным. То есть давай, давай, давай. На мини-газе. Ну да, вообще слегка. Ну блин, я стик геймпада вообще. Не стик, а этот, курок газа. Ну что это такое? Вообще, блин, наверное, 1 мм всего прожимал. Давайте ее здесь остановим, не будем уж набито ездить. Так, сейчас куда бы нам поехать? Так, давайте посмотрим, куда нам лучше ехать. Так, здесь так все будет довольно-то легко ехать. Так, ладно. Угу. Так, это препятствие ни о чем. Там тоже ни о чем. Ё-моё, что-то так совсем все легко. Давайте вот отсюда начнем. Да стоит ты куда катить все. Так, попробуем здесь проехаться на них. По данным камням, не упав в речку. Блять, как-то вообще жестко. Ну давайте, например, попробуем съехать. Ёб твою дивизию. Он в центр тяжести довольно очень высокий. Вот стой, ёб красота. М-да.
застряли. Надо помочь. Типа зацепили за этот трос. Хватит помощи. Боже. Так, ну-ка. Так, машина вообще никуда не едет. Блин, шины какие-то вообще не цепкие, нифига. Боже, она везде застревает. Давайте назад. Ну, она просто села на раму. Сидит. Давайте поможем еще чуть-чуть. Так, уже вторая помощь. Блять, достой ты. Давай, давай, давай. Так, сели на задний бампер. Расрачкайся, раскачки. Да. Опять мы засели. Давайте еще подтянем. Третья помощь для данной машины. Да что-то вообще никак. Ну да, машина слишком низкая. Иди отсюда, лишняя часть. Блин, как такой бампер мог оторваться, вообще не понимаю. Так, 4 помощи было, да, у вас для данной тачки? Да. Сзади раскурочило чуток. Давайте за этой машиной попробуем проехаться. Ну, за рулем этой машины. Так, давайте точно так же сядем, не уйдем отсюда. Так, аккуратно спустимся. Блин, вообще как-то легко проезжает она. Ну вот здесь она тоже у нас засела. Тоже на раму уселись. Давайте первая помощь. Блин. Ну да, здесь шины еще, возможно, более цепкие. Тут же сама машина. На 100% подготовлена. Под разные эти раллиные гонки. На грязь. Даже он как работает, подвеска. Так, теперь дальше куда поедем, интересно? Посмотрим, где давайте. Угу. Так, что-то интересное нашел. Давайте отсюда прям, блядь, попробуем здесь проехаться. Сейчас поднимемся. Блядь. Ладно, не то я сделал. И ту кнопку нажал. Ну вот она. Давайте ее подвосстановим. Попробуем данную гору на ней заехать сейчас. Без разгона. Ну, нихуя себе, она толкается. У данной машины какая-то проблема с коробкой передач. Когда коробка передач переключается, то все, у нее тяга просто съезжает в ноль. Вот, вот опять. Ёб твою мать. Ну, опять, да, это уже место приезжает, и все. Коробка переключается, жопа полная. Давайте машину берем в сторонку. Запомнили, откуда она доехала у нас. Теперь пробуем на данной тачке.
перегазовали. Ну, зато красиво упали. Вот заставим на колеса. Попробуем еще раз заехать. Ну, хорошо помели. Еще раз давайте. Не падай ты на ебаный рот. Ясно. Надо чуть-чуть разгон взять. Ну, блин, ну, что такое? Давай, давай, давай на колеса. Там запаска отвалилась, что ли? Блин, я пока не за туда не успокоюсь. Давай. Блять, дайте я разгонюсь. Как-то я вроде бы газ убираю, но они хуй начинают переворачиваться. Если он начал переворачиваться, блядь, вот ничего не сделаешь. Ой, блядь, ну и вот в плане разворота вообще все очень плохо. У нас походу рампа вела. Может, он теперь тянет. Давай, блядь, ты чё? Прикалываешься, что ли? Да стой ты! Да стой, ну умоляю, блядь. А давайте тачку восстановим. А, то ее уже это хорошо так повело. Потому что когда я нажимаю газ, ее начинает нести налево. Ну, ее тянет налево уже, на левую сторону. Блять, вот этот камень, сука, подстава полная. Давай, 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 давай. Да иди-ка ты нахуй, а. Блять, вообще миссия выполнима или нет? Даже на полном газе вообще не варит. Блять, вот ей на морду что-то надо. Морду наверх поднимает и все, она падает вниз. Заебись. Ничего это такое, блядь. Даже назад не идет. Давайте еще раз. Блять, мне эта гора сейчас начинает доставать вообще жестко. Так, потому что эта машина более проходимая, вы уже так поняли. Она по факту была и так очевидно тоже. Как первым задом заехать, я не знаю. Блять, ее таскать начинает, правда.
Главное, заезжает как-то это. Можно сказать, даже легко. Блять, что-то с подвеской. Блять, колесо упирается. Давайте еще раз. Попробуем так сильно не газовать. Ну, сука, ну почему, блядь, так? А ну когда почти заехал, ёб твою мать. Заебу жестко, блядь, пиздец. Вот, ну-ка, у меня есть вот еще одна машинка из этой серии, давай первую попробуем взять. После чего я ее не брал, то что из одной линейки будут две машины, как-то неинтересно. Вот она изначально, раньше всегда я ее использовал для оффроуда. Может, на ней, блядь, проще на это говно заехать. Ага, блокировки сразу нужны. Пиздец. Ты вообще можешь заехать хоть на чем-то? Блять, на полном газу едва охуеть. Да стоять, сука. Куда ты, блять? Вот что, плохо здесь? Полноценного тормоза нету. Ну, когда ты на автомате имеется в виду. Блять, заебись, ехали. Давай посмотрим перевороты эти, блять. Говно, блять, давай прям опять заехать. Пиздец, блядь, а. Еще колесо там нахуй взорвалось. Херам всем. Блядь, как это меня бесит, то, что он не переключается. 2000 years later. Блядь, твою мать, нахуй. Да иди ты нахуй, блядь, говно ёбаное, блядь. Кто придумал эту гору ёбаную, блядь, сука, создатель, повесим нахуй, блядь. Мне интересно, сам это, сука, говно, блядь, сука, проходил, нет вообще. Пиздец, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Или это машина говно настолько, блядь, я не знаю. Да ну ты нахуй, блядь, я в ахуе, блядь, мы заехали, сука, блядь, радости нет предела, блядь, неужели, я на раз сейчас ее скину обратно нахуй, мне похуй, сука, наконец мы данную, сука, гору преодолели, так, давайте на этом закончу. То, что эта машина более проходимая, и так уяснили. Посмотрел, всем спасибо. Пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.